Неожиданное продолжение сегодня получила история владелицы кота из Боровичей, которая недавно прославилась, выгуливая питомца на шлейке против его воли. Сегодня она была замечена на улице с новым аксессуаром для переноски животного. Первый ролик, героями которого стали Боровичанка и ее кот, появился в сети 3 февраля. За 4 дня его посмотрели почти 120 тысяч человек. Поведение владелицы животного, которое буквально тащило его за собой на шлейке, вызвало бурю возмущения в сети. Молодогвардейцы в Великом Новгороде вышли на пикеты, требуя внимания к этой истории со стороны правоохранителей. Полицейские историей заинтересовались. Как следует из официального сообщения, кота-правительницу опросили. Свою проверку инициировала по факту жестокого обращения с животным и областная прокуратура. И вот накануне в другом боровичском интернет-паблике появился новый ролик. То же место, но уже в снегу, та же женщина, но в другой одежде и, видимо, тот же кот, но уже в переноске. Неудобств и страданий животное не испытывает. С комфортом едет из пункта А в пункт Б, куда именно, неизвестно.